3000 километров пути через всю страну. 10 дней в дороге и, наконец, пункт назначения – Березники. Фура с яблоками и говорящим слоганом на борту, потому что еда нужна каждому, заезжает в город. Первая остановка – промплощадка Азотчиков. Здесь 345 ящиков с фруктами, а это больше 2 тонн, разгрузили на временное хранение в один из цехов. Через полчаса за яблоками уже стояла очередь. Работники с удовольствием пробовали фрукты прямо на месте. Вот это красота. А вот это вкуснота. На наших удобрениях растут замечательные сочные яблоки. В начале года мировой лидер по производству минеральных удобрений группа «Уралхим» представила новую миссию – «Мир без голода». Предприятия «Уралхима» выстроили надежные и взаимовыгодные отношения с фермерскими сообществами, изучили их потребности и сформировали долгосрочные проекты. Ну а яблочный привет коллективам – это обратная связь от фермеров, чтобы продемонстрировать – все получилось. Вкусными яблоками азотчики порадовали домочадцев. Рады были все – и взрослые, и дети. Наши удобрения пользуются высоким спросом внутри страны. Мы с моими коллегами оформляем документы, чтобы отправлять продукцию конечному получателю. Так приятно получать яблочки, ведь ты знаешь, что в нем есть частичка твоего труда. Тем временем фуры с урожаем продолжают путешествие по заводским площадкам. И вот ароматные плоды прибыли на территорию 4-го рудоуправления компании «Уралкалий». И в столовую БКПРУ-2 витаминный презент подоспел прямо к обеду. Спелые наливные яблочки здесь на расхват. В одном таком пакете примерно 1,5 килограмма яблок сорта «Гала». Открываем пакет, чтобы почувствовать тепло, которое до сих пор стоит в Кабардино-Балкарии. Там, между прочим, сейчас плюс 17. Именно оттуда и привезли фрукты. Сочно. Но вкусно. Вкусно очень. Вкусное яблоко. Сладкое. Очень хорошее. В яблочной акции принимают участие почти 50 тысяч человек. Тонны сладкого груза автопоезд доставил до адресатов. Это города, где находятся предприятия и офисы «Уралхима». Москва, Воскресенск, Кирово-Чепецк, Пермь, Березники и Соликамск. Только представьте, 80 тонн яблок. А мы тем временем оказались в гостях у одной березниковской семьи. И Саша яблок. Вечерние посиделки во время ужина украсили, конечно, яблоки. Калийщик Иван Соколов с супругой принимают участие в витаминной акции уже 2-й год. И очень гордятся, что причастны к такой важной миссии. Производство минеральных удобрений имеет конечную стадию, то есть минеральное удобрение используется для выращивания продуктов питания, в которых содержатся витамины, в том числе это и яблоки. Дома обрадовались, когда яблочки принесли? Да, конечно, дети очень любят фрукты, в том числе и яблоки. Вкусная акция прошла в рамках Всемирного дня удобрений. Тысячи людей, на которых держится производство, получили свою порцию витаминов. Сегодня и жители разных стран, где используют минеральные удобрения компании «Уралхим» и «Уралкалий», говорят нашим производственникам спасибо. Благодарность выражаем им и мы, потому что еда нужна каждому. Евгения Лосева, Владимир Покровский, Никита Игнатьев. Наши новости.